Реакция водителя спасла ребенка от серьезных травм. Видео случая во дворе попало в объектив регистратора участника событий. На съемке видно, что водитель, не превышая допустимой скорости, двигается по дворовой территории. Рядом с подъездом играют дети. Обзор преграждает кое-как припаркованный внедорожник. Внезапно один из мальчиков решает выехать на самокате на дорогу. Водитель в последний момент успел затормозить, и этот случай, к счастью, не попал в сводки ГИБДД. В одном из дворов Нижнего Новгорода неизвестный злоумышленник проколол колеса нескольким припаркованным автомобилем. Последствия снял на камеру мобильного телефона местный житель. На съемке видно, что проколотыми оказались по 4 колеса у двух автомобилей. Один из пострадавших уже занимается заменой колес. Потерпевшие намерены вычислить, кому они так насолили.